Привет всем из Парижа, с вами Авдей. В этом видео я в деталях расскажу и покажу о самом популярном круизе по Сене. Это прогулка для тех, кто хочет провести особенный вечер. В конце видео я поделюсь с вами своими секретами, каким образом буквально за 2-3 минуты без очереди пройти на посадку данного корабля. И не выстаивают в очередях по 2-3, а то и 4 часа. Для тех, кто не подписался на мой канал еще, впервые на моем канале, прошу, подписывайтесь и не пропустите самые последние туристические новости из Европы. Итак, мой круиз по Сене. Круиз по Сене станет для вас прекрасным способом знакомства с Парижем. Во время круиза вы не только насладитесь приятной прогулкой по реке и осмотрите несколько исторических памятников Франции, а также вы сможете отдохнуть от столичного шума и суеты. Безусловно, ни одно путешествие не будет полноценным без прогулки по Сене. Посещение острова Сите – это особенное место, которое парижане называют сердцем города. Ночная прогулка по Сене особенная, красивая, с подсветками. Самые исторические места, которые мы будем поплывать с вами по Парижу. Это настоящая экскурсия, недорогая и не требует оплаты за ужины, как это есть на многих кораблях в Париже. Но самое главное за всю протяженность экскурсии, эта поездка во Францию вам надолго запомнится. Как многие из вас знают, европейские столицы находятся на берегах крупных рек. Так появилось издавна. Люди основывали крупные города именно по берегам рек. Париж был тому не исключение. Именно на берегу Сены возник этот прекрасный город, который мы сегодня увидим. Сегодняшняя экскурсия на кораблике – это особенно атмосфера для туристов, которая непередаваемая и стоит того увидеть, услышать, побывать в этой атмосфере вместе с туристами, которые приехали со всего мира. Ну вот, все, кажется, зашли на кораблик, все места заняли на корабле, на палубе, на открытой, на закрытой. Наш кораблик отправляется, и мы начинаем знакомиться с городом. Мы начинаем проплывать под парижскими мостами, каждый из которых имеет историю и свое название. Один из первых достопримечательностей на нашем пути – это мост, названный в честь российского императора Александра III. Это великолепный мост, очень красивый, один из самых красивых в Париже мостов, который великолепно вписывается в архитектуру Парижа. Мост Александра III был построен в конце 19 века и считается самым красивым в Париже. Он украшен множеством скульптур, позолочены фигурками, гербами императора. Располагается он между двумя весьма знаковыми культовыми местами. С одной стороны, дом инвалидов, где покоится
прах Наполеона, и с другой стороны большой дворец изящных культур – это Гран-Пале. Буквально через несколько минут нашего движения кораблика по Сене с левой стороны по борту мы видим Лувр. Это огромный квартал, который занимается музеем, и множество павильонов, которые доступны для каждого из туристов, кто бывает в этом знаменитом мировом музее. Лувр – это самый роскошный королевский дворец Европы в 19 веке. И впоследствии Лувр стал музеем, который мечтает каждый посетить, любитель искусства. И одно из культовых
мест, крыло этого Лувра называется павильон Дено. Мост, который соединяет здесь два берега Сены, является также одним из красивейших мостов, называется мост искусств. Следующая достопримечательность, которую мы видим справа по борту от нашего корабля, это Институт Франции. Институт Франции – это не Сорбонна, это он объединяет 5 академий, которые построены на деньги, оставлены по завещанию кардинала Мазарини. Далее наш кораблик направляется к острову Сите. Именно отсюда начинается свою историю Париж, так как в эпоху римского владычества в 5 веке здесь возник город. И с 11 века именно здесь находится королевский дворец.
здесь сегодня сконцентрировано множество достопримечательностей Парижа. И самый главный собор Франции, католический собор, это Нотр-Дам-де-Пари. Для тех, кто не знает, Нотр-Дам-де-Пари будет восстановлен к Олимпиаде 2024 года. Thank you.
Thank you.
далее по ходу движения нашего кораблика. С другой стороны острова Сите открывается простой, потрясающий вид на Консьерж. Не буду отрицать, что именно эта достопримечательность Парижа в средние века до постройки Лувра были королевским дворцом, и далее оно превратилось в тюрьму, где были заточены многие узники.
Далее мы проплываем. У нас находится слева по борту Эйфелева башня. И впереди видна статуя свободы. Это уменьшая копия, которая находится в Нью-Йорке. Для тех, кто не знает, именно французы в свое время сделали и подарили американскому народу статую свободы, которая находится в Нью-Йорке. О том, как ее возводили, как ее доставляли, идет хроника фотографий, и эту хронику фотографий можно увидеть в парижском Диснейленде, если вы там будете.
Для тех, кто мечтает, либо приедет когда-либо в Париж, то вы можете с моей помощью пройти без очереди, и буквально за пару-тройку минут мы пройдем без очереди. И неважно, у вас будет билет или не будет билет, мы можем купить его вместе при посадке на этот корабль. Но вы должны понять, что после пандемии здесь еще очень много туристов, и буквально на этот корабль, который мы сейчас путешествовали, то буквально около десятка было туристических автобусов на пристани, это визуально видно в моих видео. И чтобы избежать вот этих часовых ожиданий, которые люди ждут действительно на самом деле очень долго, то вы можете заранее написать мне, и мы можем пройти с вами в моем сопровождении без очереди. Спасибо всем за просмотр. Всего доброго вам. Удачи вам в новом году. И пока-пока. До встречи.